Это глоксиния Аннабель. Вот еще одна расцвела у меня Аннабель. Видите, какой хороший кустик. Розетка миниатюрная, у нее компактная. Прекрасный длинный цветонос. Цветочек хороший, вон какой махровый. Ну вот по сравнению с глоксинией подарок. Вот у нее такая розетка большая. У этой миниатюрненькая, вот она, розеточка. Вот какая прелесть Аннабель у нас. Обожаю эту глоксинию. Так, а тут у меня разные другие цветочки. Клещевина. Вот она в рулете у меня там растет. Это кроссандра оранжевая. Так, вот они начинают зацветать. Там у меня цидонтера тигриди. Здесь помидорка. Вон, видите, как я черенковала помидорку. Она уже длинная, в лампу упирается. Я ее сюда на балкон вынесла. Так, это у меня, забыла, что это такое. А, это петрушка. Петрушка на фитилях, рассада на фитилях. Вот она, это абриета. Бархатцы скоро высаживать будем, наверное, завтра, послезавтра. У нас уже тепло. Мимулюсы черенкованные. Так, а это у нас тунбергия. О, вспомнила, это тунбергия. Тоже дожидаюсь цветения. Интересный цветочек, потом вам все покажу. Так, и вот у меня разные-разные тут. Настурции. Ну, большинство на фитилях, видите, стоит. Там у меня... А, вот еще интересный цветочек. Так, сейчас. Это бакопа. Вот она, вот эти меленькие цветочки. Бакопа блютопия. А рядом с ней беленькая вот эта. Это бакопа сноутопия. Вот они как растут. Это еще маленькие. Они еще, можно сказать, подростки. Они когда разрастутся огромным большим кустом, все это будет обвито. Так, там у меня оксалис, фикус, герань, денежное дерево, фуксия. Вот сегодня буду снимать про фуксию, как ее формировать, черенковать. Так, петуния с черенка, вот она, набирает уже цвет. Это та петуния, с которой я черенки брала, и она уже так потянулась, подросла. Вот она. Был один такой стебель, а теперь у нее три таких стебля больших. Так что видите, как полезно прищипывание или черенкование. Ну, в общем-то, неважно это. Так, там у меня, как же называется, вербена. Тоже черенкованная. Так, а это вот у меня такой цветочек. Тут вот, в этом большом горшке. Калиброха. Тоже очень редкий, очень дорогой цветок. Начинает зацветать. Она похожа на петунию, но это не петуния. Это калиброха. Вот у нее такие цветочки. Всегда у нее зев отличается контрастной окраской по сравнению с остальным цветком. А листва у нее похожи на маленькую петунию. Но это совершенно другой вид. Вот она у меня сейчас тоже скоро как начнет цвести. Немножечко я ее тоже почеренкую, поразмножаю. Там укроп я пытаюсь выращивать на балконе. Ну, в общем, все свои опыты я вам покажу.